На самом деле мы возмущены уровнем и статистикой, но ключевая эта проблема – уровень организованности преступности. Вообще современная преступность – это представление здесь из прошлого, когда вышел тать на дорогу и кого ни попадя. Преступность в Украине высоко организована. Центры влияния сконцентрированы в связи с политикой. И действительно, в том числе и такой закон, как закон Савченко, наверное, он не задумывался с точки зрения последствий для преступника, но шикарно был использован преступниками, потому что вышли те, кто должен был еще сидеть. Я веду к тому, что проблема номер один – это организованная преступность и ее сращивание с политикой.